Межрайонная инспекция ФНС России номер 22 по Московской области сообщает, что в соответствии с законом об объединении территорий поселения Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород, теперь оба муниципалитета составляют единую структуру и наделены статусом городского округа. С 1 января 2020 года Одинцовскому городскому округу и находящимся в его границах населенным пунктам будет присвоен новый код ОКТМО –